Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 1 мая, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых Иоанна, Григория, Виссариона, Тамары, Виктора, Зенона, Косьмы, Авксентия. Пусть мир и Божие благословение пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и Божьей помощи в благих делах и добрых начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает память преподобного Иоанна. Преподобный Иоанн родился в конце 8 века. В юношеском возрасте он стал учеником преподобного Григория Декаполита. И именно от него он принял иноческий постриг в Солунском монастыре. Под руководством опытного учителя преподобный Иоанн достиг духовного высокого совершенства. Тогда император Лев Армянин возобновил гонения на православных христиан за почитание святых икон. Преподобный Григорий Декаполит вместе с преподобным Иосифом Песнописцем и своими учениками, преподобным Иоанном, отправился из Солуни в Константинополь, чтобы противодействовать иконоборческой ереси. Несколько лет, невзирая на гонения, святые Григорий и Иоанн безмятежно защищали православие, проповедуя почитание святых икон. После многих трудов преподобный Григорий скончался, а вскоре за ним отошел ко Господу и его верный ученик Иоанн. Преподобный перенес мощи святых Григория и Иоанна в построенную им церковь во имя святителя Христова и чудотворца Николая. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божие благословение пребывают с вами.